Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, наконец-то, у нас будет распаковочка заказа Avon. Этот заказ по 10-му каталогу. Заказ по 9-му каталогу я делала, но, к сожалению, распаковочку не смогла вам выложить, потому что я болела на тот момент, и голоса вообще не было. Но сегодня мы все с лихвой компенсируем. Давайте начинать распаковочку. Итак, начнем с первой коробочки. Цены я, как всегда, вам все подпишу. Здесь у меня инвойс, вложение. Так. И первая позиция – это вот такой вот шампунь от Natural. 2 в 1 шампунь ополаскиватель, абрикос и масло ши. 700 миллилитров. Часто у меня его берут покупатели, клиенты. Так, состав. Следующая у меня одна клиентка заказала аж 5 штучек вот таких вот сухих шампуней. Именно в Эйвоне я не брала, но вообще вещь достаточно хорошая. Поэтому, я думаю, такая вещь должна быть у каждой девушки в арсенале на случай. Ну, на всякий непредвиденный случай. Здесь 150 миллилитров. Уменьшает жирность и придает свежесть волосам. Кому интересно, кто разбирается, я покажу вам состав. Так, и сейчас мы найдем способ применения. Распылить расстояние 15-20 сантиметров, распределить массажными движениями и оставить на 1-2 минуты. Затем расчешите и уложите волосы обычным способом. Шампунь-ополаскиватель имбирь и манго. Бесконечная свежесть. Подходит для всех типов волос. Это кондиционер для волос. Это новинка. Это я брала себе демо-версии. Это новиночки 11-го каталога. Вот оно. Весь этот наборчик. Здесь кондиционер для волос, шампунь для волос и маска для волос. И так как я брала это себе, сейчас я вам скажу по поводу аромата. Здесь с ароматом шоколада и бразильского ореха. Очень-очень вкусненько пахнет шоколадом. Прям вот хочется скушать. Кто вспомнит, вот я лично не помню, в «Планете Спа» была серия какая-то тоже с шоколадом. С очень вкусным, приятным запахом. Вот это то же самое. Продолжаем. Сеты следующих каталогов. Это 11-е каталоги. Действуют они с 30 июля по 19 августа. Будь в тренде, миксуй. Дисней. Скоро в школу. Встречаем новую детскую коллекцию. Далее. Маска-пленка для лица с ароматом дерева ут. Здесь 50 мл. У меня такая недавно как раз кончилась. Именно эту взяла у меня клиентка. Она взяла 2 штучки. Могу сказать, что мне эта масочка очень даже понравилась. И я ее, в принципе, рекомендую к покупке. Следующее. Ну, куда же без этого? Очередной Essences. Блаженство Андалузии. Гранат и миндаль. Это гель для душа с экстрактом розы. 250 миллилитров. Ну, это стандартные покупки, все любят эти гели, я не исключение, но именно этот у меня взяла клиентка. Дальше клиентка еще одна заказала вот такие вот заколочки, чтобы делать свободные косы. Ну, не знаю, я вот купила, так еще ни разу их и не попробовала. Наверное, стоит уже опробовать, все никак руки не дойдут. Следующие покупочки. Также клиентки у меня взяли вот такие вот мини-версии Avon Luck и Tomorrow. Это, по-моему, роликовые. Здесь по 10 мл. Нет, я ошиблась. Это именно версия со спреем, с распылителем. Далее была в Avon акция. Надо было сделать заказ на определенную сумму. Я сделала... От 5000 у меня был заказ. И мне вот в такой вот наборчик Avon предложил в подарок за 1 рубль. Это тканевая маска для лица Дзен для кожи. Мне, я, кстати, такую брала. Очень она мне понравилась. Она сделана в Корее. Тут 1 штучка.
Кто понимает, кому интересно, я вам состав покажу, почитайте. Неплохая масочка, очень даже рекомендую. И вот такая вот водичка. Здесь 50 миллилитров. Аромат у нее очень насыщенный, цветочный. То есть она такая очень активная. Мне не очень такие нравятся туалетные воды. Так что, скорее всего, кому-нибудь на подарочек. Следующая моя покупочка — это вот такая вот кофточка с кружевом на спинке. В прошлом месяце я взяла такую же, только темно-синюю. Мне она очень понравилась, поэтому я решила взять еще вот такого цвета. Размер я себе взяла 48-50. Сидит она достаточно свободно. Поэтому я к покупке рекомендую. 65 полиэстер и 35 вискоза. Изготовлена она в Китае, стирка при 30 градусах. Ну, так она мне, конечно, очень понравилась. Мягкий такой трикотаж, приятный. Продолжаем дальше. Вот она еще одна такая же масочка с ароматом дерева ут. И вот такую еще клиентка заказала маску. Это маска-пленка для лица с корейским древесным углем. Глубокое очищение. 50 миллилитров. Изготовлена она в Польше. Состав. Ну, все эти масочки хорошие, все их любят. Поэтому говорю да. Еще очередной Senses. Это уже для мужчин. Глубоко очищающий. С ароматом цитруса и черного перца. Гель для душа для мужчин. Брала не я, поэтому, к сожалению, открыть и послушать аромат я не смогу. 250 миллилитров. Бальзам для губ. Нежность для сухой кожи. Изготовлен он в Польше. В принципе, все их знают. Вот он просто в новой такой упаковочке с фламинго. Хорошие бальзамы, поэтому 100% да. И вот еще помаду взяла у меня клиентка. К сожалению, открыть не получится, посмотреть. Она взяла вот в таком вот цвете. Это матовое превосходство, невесомость. Опять на распродаже для представителей я взяла вот такую вот масочку алоэ хлопок. Это кремовая маска. Здесь 10 миллилитров. Я такую уже брала. Очень она мне понравилась. С удовольствием ее повторила. Также частая покупка моих клиентов. Я, к сожалению, такой еще не пробовала. Карандаш от натирания кожи ступней. Мне как бы ни к чему. Незаметен на коже и легко наносится. Тоже его беру достаточно часто. В принципе, моим клиентам нравится. Так, вот такой вот тональный крем взяла у меня клиентка. Здесь 30 миллилитров. Сейчас мы с вами откроем его и посмотрим. Это тональный крем для лица «Безупречный тон». Вот в таком вот оттенке Light Nude. Вот так вот он выглядит. В принципе, у меня камера цвет передает более-менее реалистично. Еще одна помада, матовая одержимость, вот в таком вот оттенке. Вот она сама эта помада. То есть это совсем такой нюдовый оттенок. Это моя покупочка. Жидкая водостойкая подводка для глаз. Я взяла вот в таком серебряном оттенке, была еще в золоте. Вот я металась ту или эту, взяла пока в серебре. Вот в таком вот пузыречке, такой баночке, вот он так вот выглядит. Ну вот я его нанесла на руку, с учетом того, что сейчас у меня работает подсветка, он достаточно так светится, но на руке он выглядит более незаметным, что ли, скажем так. Поэтому надо, кто хочет поинтенсивнее оттенок, придется постараться. Следующая покупочка. Это взяла у меня клиентка. Хайлайтер для лица. Она взяла вот в таком вот оттеночке. Светленьком.
Я в прошлом месяце взяла такую фиолетовую, ну, такая фиолетового оттенка. И не могу не нарадоваться на нее. Очень мне она прям понравилась. У нее приятная кремовая консистенция. В принципе, наносится, растушевывается достаточно неплохо. Поэтому рекомендую к покупке. Карандаш для губ Ультра. Вот в таком вот оттенке нюд. Вот сам карандашик. Светлый такой оттеночек. Тоже у меня его достаточно часто берут карандаши. И для глаз, и для губ. Так что в Эйвоне карандашики неплохие. Это уже мои покупочки. Взяла я себе вот такие вот сережки. И вот такую вот подвесочку Ламу. Она такая увесистая, хорошая подвесочка. Классные. Итак, первая коробочка закончилась. Вот у нас тут такие еще остались вложения. Это Avon Outlet. К 11 каталогу. Скидки до 72%. Ну, все полистаем, посмотрим, изучим. Так, пилотный каталог 12. Действует он с 20 августа по 9 сентября. Жидкая помада, суперстойкость, эффект, только накрасила. Давайте я вам покажу, какие оттенки этой помады. И к ней будет еще акция. Можно будет заказать суперстойкий аромат Viva La Vita за 30 рублей, 10 миллилитров. Так, счастливых мгновений вдвоем. Это мне желает Tomorrow. И любви и нежности от Today. Так, тут еще что-то интересное. Летний приз с 30 июля по 12 августа. Это уже для представителей. Необходимо сделать заказ на определенную сумму. То есть, если от 1000 до 3000, вернее, до 2990, то приз будет стоить 100 рублей. От 3 до 4999 рублей цена будет приза 50. И свыше 5000 цена за 1 рубль. Это вот то, что вот касается как раз вот этой вот масочки и вот этой туалетной водички. Это было именно по 10 каталогу. А здесь уже по 11 предлагают вот такие наборчики. Один на выбор будет. Ну, не на выбор, там будет уже решать Avon, какой именно наборчик попадет к вам. Но это только для представителей. Итак, продолжаем дальше. Распаковываем вторую коробочку. Такой вот я наборчик себе взяла, арктическая брусника. Так, здесь у меня охлаждающая маска для лица, антиоксидантная маска для волос и антиоксидантное суфле для тела по 200 миллилитров. Сейчас я послушаю аромат. Ну, не скажу вам точно, брусника это или нет, но какими-то ягодками определенно и очень вкусно пахнет. Поэтому будем пробовать. В пустых баночках обязательно вам все расскажу. Далее взяла я себе, наконец-то появились они все-таки в продаже, вот эти вот маски для ног, эксфолиантные. Называются они носочки с гликолевой кислотой и алоэ вера. Отшелушивают, смягчают и разглаживают. Здесь две масочки, то есть на каждую ножку по штучке, по 20 миллилитров. Это обалденная классная вещь. Я не знаю, как именно эйвонские, но других фирм я брала, мне очень нравится. Единственное, что я могу вам сказать, когда начнется шелушение, вам придется несколько дней, там от 3 до недели ходить в носках по дому, иначе вся ваша кожа, которая будет отшелушиваться, будет везде валяться. И это не очень эстетично, гигиенично и так далее и тому подобное. Выдерживать надо носочки на ногах 60 минут. Потом через какое-то время начнется шелушение.
и все будет замечательно. Когда закончится шелушение, ваши ножки будут как у младенцев. Дальше вот такой вот Сенсос Экстрим для мужчин, 700 миллилитров, шампунь, гель для душа с дезодорирующим эффектом. Также у меня частые покупочки, клиенты очень любят и своим мужчинам берут, девушки. Так, вот такой вот лосьон для тела, тонус с ароматом банана для всех типов кожи, 400 миллилитров. Взяла клиентка, я скажу, что я брала для себя, по-моему, там 700 или 750 миллилитров, не помню. Так, ну, в общем, могу сказать, что бананом не пахнет. Ну, аромат достаточно приятный, мне он напомнил больше ваниль, но не банан. Поэтому, ну, так вообще хороший лосьон, да, увлажняет, все замечательно, все классно, но аромат не банана. Еще один Сенсос, это сладкая мечта, это шоколад и кокос, это обалденный вот такой вот запах. Так что берите, не пожалеете, кто еще не пробовал такой гель для душа, берите обязательно. Еще один гель для душа, магия Индии, кардамон и сандаловое дерево. С экстрактом меда и соевым молоком, тоже хороший гель для душа, я тоже пробовала и осталась им довольна. Еще один большущий Сенсос, 700 миллилитров также. Цитрусовый заряд, сочный грейпфрут и мандарин. Гель для душа, 700 миллилитров. Тоже классный, тоже часто его берут. Скажем ему да. Еще один Сенсос, энергия Ци, зеленый чай и вербена. Гель для душа. Это, по-моему, новиночка. И вот это тоже новиночка. Дзен, мандарин и жасмин, гель для душа. Это чайная коллекция здесь и здесь. Так, у меня еще и Сенсосы. Это вот такой вот морская лагуна. Сочная груша, гель для душа. Тоже очень приятный аромат. И любовь в Париже. Вот это вообще также обалденный аромат. Он вот прям вот как будто с капелькой парфюма. И когда вы ходите из душа, то от вашей кожи идет приятный аромат. Поэтому его я также рекомендую к покупке. Очень хороший. Так, у меня тут еще есть вот такое вот жидкое мыло для рук из этой же серии. Это наборчик, и брала его себе я. Поэтому давайте мы послушаем аромат. Да, аромат очень приятный, и, в принципе, мандарином пахнет, ну, скажем так, не сильно. Ну, в общем, какой-то такой вот приятный аромат есть. Так, и это тоже брала я, энергию Ци. Зеленый чай вербена. Только это было вот в таком вот наборчике. И сейчас мы также послушаем аромат. К сожалению, я не знаю, как точно пахнет вербена. В жизни я с ней не встречалась, но могу сказать, что аромат немного напоминает цитрусовый. А так также очень приятный, очень классный. У меня здесь лосьон для тела и лосьон-спрей для тела. Далее, редкие у меня покупочки, но иногда все-таки берут. Вот эти вот шариковые дезодоранты Incandescence. Я еще когда училась в школе, это было уже давно и неправда. Мы также их брали, но сейчас почему-то они как-то не очень работают. Вот эти вот еще бывают ничего. Защита 48 часов. В общем, вот такие вот дезодоранты два. Также себе взяла ночной крем для ног 150 миллилитров с экстрактом лаванды. Обалденный классный крем. Всем его также рекомендую к покупке. У него очень приятная, насыщенная консистенция и приятный аромат. И очень хорошо работает на ваших ножках. Поэтому его и рекомендую. Но имейте в виду, все эти крема это не панацея. Вам все-таки придется пользоваться и пемзами, и терками, и прочими приспособами. Также в наборе
арктическая брусника, был еще ночной антиоксидантный гель-уход для лица. Один взяла я и один моя клиентка. Тут 75 миллилитров. Взяла я себе по акции, как же можно было не взять по такой привлекательной цене вот эту вот водичку. Пускай лежит, может быть, кому-нибудь на подарочек или продам. Здесь 30 миллилитров. Ну и самое последнее. Также я себе взяла Avon True увлажнение защиты. Это новинка. Спрей вуаль для лица. Для всех типов кожи, включая чувствительную, с антиоксидантами. Здесь 100 миллилитров. Кто интересуется, могу вам показать состав. Единственное, что мне не нравится на втором месте, спирт. Поэтому для всех типов кожи это под вопросом. У меня кожа сухая, может быть, даже и не сработает. Ну, в пустых баночках расскажу. Нет, пустых баночек мы ждать не будем. Сейчас я попробовала. Могу сказать, что распыление достаточно интенсивное, поэтому на макияж я бы не советовала. А так, достаточно неплохой. Ну, вот такой вот у меня сегодня большой обширный заказик. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, если вам видео понравилось. И всем пока-пока!